Ассаламу алейкум, пацаны. Ассаламу алейкум. Это второй день? Нет, третий день? Или второй день? День дуо. Сегодня мы в Помпеях. Расскажи про нашего гида. Где он? Не знаю. Все в масках ходят, в очках. Всех одинаковые акценты и ковр, и мы не можем различать людей. Расскажи подписчикам, как ты себя чувствуешь. А здесь очень злой в этой поездке, так что нельзя ожидать от него энергии, как не говори, других fire videos. Ты, не знаю, ты так все воспринимаешь. Что? Ты так воспринимаешь, как просто поступаешь. Поключаю, сейчас драться будем. Ты снимаешь. Ну вот. Домики. А где гид там? Вон там еще, наверное, ловит девочек. Он тот, походу, гид, который нас киданул. Ребята, вот. Женщина была погребена заживо, и вот ее откопали. Она была под слоем лавы после извержения вулкана. Вот. Все настоящее, да, никаких мулежей. Вон там вдалеке еще один. Вот. Этим. Ты понимаешь, что это false information? Можешь себе представить, здесь люди ходили? Смотри, здесь люди жили. Представь, это был чьим-то домом. Ты знаешь, почему это место уникально? Почему? Потому что все сохранилось как есть. Не тронуто времени. Другие места, это была, происходила эволюция, они были завоеваны разными племенами, превозносилось что-то новое, что-то разрушалось, что-то строилось, это здание, renovation and stuff. А здесь время остановилось ровно в 79 году нашей эры, с момента Рождества Христова, 24 августа. Время остановилось в Помпеях. И вы можете лицезреть то, чем дышали люди на протяжении более 4000 лет.